Эти судьи обвинялись в нарушении присяги, принятии заведомо неправосудных решений в отношении лиц, которые проводили законные протесты против режима Януковича на Майдане. Если сегодня вдруг не будет кворума, в чем я сомневаюсь, что его сегодня будет, то тогда нужно будет заново проходить процедуру по увольнению этих судей. На что они, собственно говоря, наверное, и надеются. По процедуре они могут попросить выступить и свою защиту, сказать слово, как уже бывало не раз. Вы помните историю с одесским судьей Бураном, который был заподозрен в взятии взятки. Он приехал сюда, ему было дано слово выступить. Я считаю, что это демократично. Каждый может сказать свое слово в защиту.